Я хочу сегодня поговорить об одной теме, которая, с одной стороны, место ее в наших уроках по Месилат Йешарим, а с другой стороны, это также очень принципиальная вещь в наших последних двух главах. Прошлой главе, когда мы читали о красной корове, и то, что мы сейчас начали читать Парашат Билам. В начале нашей главы Месилат Йешарим он говорит, что человек, который хочет с собой наблюдать и следить, он должен для себя понять две вещи. Одна, что такое истинное добро, чтобы он выбрал его, а другое, что такое истинное зло. Это начало нашей главы. Вот мы говорили уже об этом, что истинное добро, истинный источник всего добра, есть только один источник добра и всего, что хорошего, что есть. Это то, что называется рацион Ашем, это воля Творца. Это источник жизни, это источник всего нашего мира, источник всего добра. Поэтому, если мы говорим в целом, что такое добро, это все, что нас связывает, все, что нас делает исполняющий волю Творца. Источник всего зла. Давайте будем правильно, нет другого источника зла. Это отход от воли Творца. И мы говорили на прошлой неделе о принципиальной важности заповеди красной коровы. То есть не только красная корова, но все это называется хуким. То есть законы, которые не понимаются естественным человеческим здравым смыслом. Смысл его в том, чтобы человек знал, что основная его жизненная сила, источник его жизни, источник всего, это исполнение воли Творца, а не исполнение того, что я понимаю. Если немножко еще вещь углубиться, то, безусловно, источник этого, если глянуть в историю человечества, то это было искушение змея, человека спустить из исполнения воли Творца цельно, не исследуя ее по принципу делать или не делать, понимаю или не понимаю, а спустить его на жизнь по своему пониманию, это то, что называется «это да, то вера», для познания добра и зла, что он сам понимал, и по этому принципу он делал. И если мы коснемся нашей предыдущей главы, и мы поймем, что красная корова открыл ее для нас, для ее величия, этой заповеди Шлома Мелех, когда понял для себя и сказал, «Амарта Эхкам, я думал, что я помудрею, обрету мудрость, она далека от меня». Мы уже говорили об этом, что если бы сказал, что человек вроде нас с вами, то это было просто бы смешно. Понятно, что далека от нас, это понятно. Говорит, что великий Шлома Мелех, который был мудрейшим из всех людей, включая Моше Рабейну, то когда он говорит, что... То есть, короче, что такое Шлома Мелех? Это была квинтэссенция всей возможной человеческой мудрости. Включая постижение Торы, тоже, не только это, без этого. И он открыл для нас всех, что о нашей человеческой мудрости в целом, максимальном. Я думаю, что мудрость обрету, но далека от меня. В этом мы увидели, постигли величие божественной мудрости. И это еще для нас причина, стимул знать, что мы хотим действительно удостоиться в этом мире. У нас нет ничего, кроме исполнения воли Творца. Ничего. И это
Основа то, что называется там, цельный. Это было достоинство Якова Якова. Называется Иштам, человек цельный. О. Если мы вдумаемся в эти вещи, то, конечно, именно эта сфера, это было местом испытания царя Шлому. То есть, в чем упал царь Шлому? То есть сказано, чтобы человек, что царь не имеет права иметь больше, слишком большое количество жен, чтобы они сердце его не отвели от Торы. Он, безусловно, если думать о человеческом познании, он понимал, что его мудрость, когда в нем была, нет причины, чтобы какие-то там еще 100 или 200 жен эту мудрость как-то повлияют. Он знал величие своей мудрости, он не был, это не было просто гордыня. Мне было совершенно очевидно, что его мудрость настолько прочна, настолько устойчива, настолько велика, что все это никак не повлияет. Поэтому он понимал, что Тора имеет в виду тех, на которых женщины воздействуют, а для него это просто не касается. И он был, за то, он был наказан. Есть утверждающие еще, что касается здравого смысла, что он, безусловно, был прав. Ему нечего было опасаться. Но так как Тора сказала, что лояр бело нощим, что не брался слишком много жен, чтобы они сердце его не отвели в нужном направлении, и он это не исполнил бетмимут, цельно. Вот это был наказан тем, что хотя вроде бы по здравому смыслу не полагалось, чтобы они его оторвали, они склонили его мудрость к чему-то дурному, но он был наказан, что да, это сумели это сделать. И тут мы понимаем вообще это испытание, то есть испытание человека, понимающего, думающего и вообще вникающего в вещи в том, что со всей, так сказать, своим интеллектом, мудростью и постижением он должен остаться цельным. В чем цельным? Идти по воле Творца цельно. Не думая, каким образом ее обойти, так как это меня вроде бы не касается. Это, безусловно, испытание людей, знающих, понимающих и так далее. Не людей. Но это цельность, которая от нас требуется. Это цельность жизни по воле Творца. И мы сейчас должны понять, что эта самая цельность жизни воли Творца, это было и величайшим недостатком Билама. И тот, читает нашу главу, думая, непонятно, что хотят от Билама. Он сказал всем, если Бог не позволит, я сделаю. Не позволит, я не сделаю. Ну, какой цадик? Какой цадик? В итоге он сказал брахот. Благо были претензии. Отвечает он, я сказал же тебе, что сразу Бог скажет. Я буду говорить, что не будет, я не буду говорить. Для нас Билам – это символ величайшей мерзости. Мерзости. Ну, были это причины. Потому что он дал совет соблазнить наш народ Балаку. Но в чем корень его? Все очень простой. Корень его в том же самом грехе. Это дат, что есть воля Творца, а есть та воля, которую человек выбирает себе сам, не воля Творца. Я приведу очень четко. Билам был готов на все, кроме одного. Он не был готов хотеть то, что Всевышний хочет. Он понимал, что у него нет власти
свое желание осуществить, если не будет воли Творца. Но он где-то думал, что на том, что я хочу, у него да есть власть. И в этом сфере его власти выбрал зло. То есть, если мы говорим, что Хаим Берацуно, жизнь воли Творца, то тут Билам, не желая желать то, что желает Творец, он выбрал для себя смерть. И оторвался от источника жизни, и поэтому, что все остальное зло, в котором было, оно источником было, это нежелание желать то, что желает Всевышний. Понимаете, этот отрыв от воли Творца, это источник всего зла. И это, если немножко вдуматься, это объясняет, почему народы мира были испытаны Биламом. И у них была претензия. Вот Всевышний говорили, ты дал пророка евреям, они достоились Торы. Дай нам тоже пророка. Он нас тоже достоит, это что-то хорошее. Вот Раши говорит, что вот ответ на это был, наша глава. В чем этот ответ? Ну, Билам был такой мерзавец, такой негодяй, такой все. Очевидно, тут сказана вещь очень глубокая. Это тот корень зла в Биламе, это был корень общий для народов мира, это нежелание исполнить волю Творца. Опять же, все народы мира имеют возможность вернуться и принять на себя гиур. Но тот источник зла, который имеет свой корень, это то, что Адам и Хава отведали от древа познания добра и зла, это желание идти по своему усмотрению. Этот корень зла, он запечатлен в человечестве. В чем? Я объясню, в чем. Когда Всевышний предлагает народам мира принять Тору, это вопрос, что там написано? Что написано? Надо подумать, подходит, не подходит. Если не подходит, так мы не принимаем. Этот корень зла имеет источник себе в плоде добра и зла, в том зле, который внес в человечество Нахаш. И сказано об этом, что наш народ, который принялся Тору на горе Синай, он исправил это, то есть даже не самоприятие Торы, а даже то, что провозгласил на Сев Нишма, мы исполним, будем слушать и внимать, это готовность исполнить цельно Тору, не вдаваясь в подробности, что там написано, это было исправлением. И сказал, этим наш народ исторг из себя зло, которое принес все четыре змей. И, безусловно, те представители народов мира, которые хотят идти по нашим стопам и готовы принять на себя волю Творца цельно, добро пожаловать. Но есть общий корень в человечестве, кто этого не хочет. Корень находится в грехе Адама и Хавы. Там находится этот корень. Этот корень, он явно проявился у Билама. Этот корень, Билам, он много чего постиг. Он постиг величие Творца, что он не имеет сил делать ничего, кроме того, чтобы быть дозволенным Творцу. Это он постигал. Но он не постигал, и даже более того, можно сказать, что не постигал, он не желал желать то, что желает Творец. Так он самоубийца. Вы правы, он самоубийца. Но это одно из частей сокрытия Божественного Света в нашем мире, что это не выглядит как самоубийство. Ну, ты это понимал? Не знаю, это всегда проблема. Это тонкий вопрос, понимал это, не понимал это. Но поймите, в том-то и дело, что одно из
страшных вещей, которые внесли в мир Адам и Хава, отведав от плода познания, дерева познания добра и зла, если до этого зло было просто, осознавалось как смерть, как несуществование, небытие, то так как после того, как отведали от плода, это воспринимается как бытие, но оно нехорошее, оно бытие. Оно не воспринимается как смерть. Как смерть это не воспринимается. Но вы правы, действительно смерть. То, что мы начали, мы говорили сегодня о том, что источник всего добра, всей жизни – это только воля Творца. Нет никакого другого источника. Источник всего зла, источник всего небытия. Небытия – это отход от воли Творца. Без того, как человек это отходит от воли Творца, он самоубийца. Самоубийца. Мне как-то один из моих друзей дал такой очень пример для этого. Объясни это так. Ну вот мы видим, в чем наша трагедия. Вот мы видим, что можно согрешить, и рука не отсыхает. Не отсыхает почему-то. Положено было высохнуть. Почему сердце не отсыхает? Почему не отсыхает? Человек делал грех рукой, так должна была рука отсохнуть. Что приведено уже в Танахе такие случаи. Должна была усохнуть. Корень этого один. Это медат рахамим, мела милосердия Творца. Что такое мела милосердия Творца? Это означает, что даже если человек по суду, у него нет существования, он уже покончил с собой. Покончил с собой, дошел до воли Творца. Его отправляют в реанимацию. Есть там всякие аппаратура, кислородный аппарат, стимулятор сердца и все прочее. У него само по себе нет возможности жить. Он уже себя, но его поддерживают. Напротив, пока, так сказать, как-то он вернется к жизни и может дальше жить сам. Это буквально то, что называется медат рахамим. Что это означает? Человека поддерживают, пока он не делает чего. То есть, один из знакомых сказал следующее сравнение. Допустим, есть спутник человека внутри. То есть, в этом месте нет никакой возможности для жизни. Никакой. Ну, ему создан такой спутник, который как-то поддерживает существование его. Это есть медат рахамим. Человек, который себя грехом отошел от воли Творца. Отход от воли Творца – это отсечение от источника жизни. Самоубийство. Но Всевышний, так он хочет нам добра. И хочет нашего исправления. А то, что при каждой ошибке, при каждом нарушении, знаем, все покончено. Он дал нам возможность жить. Это тоже это источник этого его воли. Это не что-то другое, это его воля. Даже если мы эту волю нарушаем. Его воля была дать нам возможность жить, даже эту волю нарушаем. И это то, что является причиной заблуждения очень многих людей, которые думают, что можно жить, не исполняя Тору. Знаете, в этом мире милосердия Всевышнего в этом мире есть источник зла. Источник зла. Ну, вроде бы, не так страшно. Так страшно. То есть, вещь просто поймем, мера милосердия, она несет, безусловно, величайшее добро. Без этого нам давно было уже, когда каюк, такое слово. Но с другой стороны, у этого мера милосердия есть также, она приводит к тяжелейшему испытанию. Вроде бы можно в этом мире подержаться на плаву, и вроде бы бегать на 100-метровку очень быстро, в здоровом теле. Хотя на самом деле у человека нет никакой жизненной силы, от источника. Это очень большое испытание. Поэтому, по большому счету, это источник этого испытания, он очень высокий. То есть одно из источников испытания – это тот самый ангел, которому было поручено, создан испытывать людей, он сам в этом ошибся. Подумал, что он имеет собственную силу без воли Творца. Это источник всей скверны, всей тумы в мире.
этот ангел называется сатана, как известно. Он ошибся в одной вещи. То, что ему дано возможность испытывать людей, и он является исполнителем наказания, начал ощущать себя как властвующий сам по себе. И эта скверна, эта тума, она и несется через его посланников и в человека, который думает в силу собственного дурного начала, что столько я заработал, допустим, на то, что я выращиваю свиней, и столько я заработал, когда я одалживаю людям под проценты, ну как же можно от этого отказываться? Видите, я заработал 200 миллионов, вот мое богатство, удовольствие. И это сокрытие правления и наказания Всевышнего, это является правлением милосердия. Но это милосердие, оно также влечет к сокрытию власти Творца или приводит часто к очень большому греху. Если мы уже коснулись этой темы нашей главы Билам, то я скажу еще одну вещь. Известно, что Билам пожелал самому себе «Тамут навши мот ешорим, вети харати камо». Он пожелал себе умереть смертью прямых и праведных, и чтобы его будущее было как у них. Как у них. Есть об этом, говорят об этом месте, что жить как праведный он не хотел. Умереть он да хотел. Он был готов, чтобы, так сказать, кушать потом конфетки. Он не готов был так жить. Вот. И это тоже, это зло, оно испытывается, мы испытываем этим злом постоянно. Человек приходит, его доброе начало, говорит, сделай чего? Начни учиться. Что он говорит? Потом. Потом. Есть в Мексике, есть такое очень дежурное выражение по-испански, «маяна» или «маньяна» называется. Точно не помню, я не знаю испанского. В чем смысл этого слова-то? Завтра. Все вопросы какие-то, завтра. Завтра. Будем жить сегодня или завтра. Вот нам приходит наше доброе начало, говорит, начни жить сегодня. Есть Тора, есть заповеди, есть хорошая молитва, есть соблюдение, все как надо. Есть трепет перед Творцом. Так что нам говорит, что мы отвечаем, реально в нас, в наш ответ вкладывается сила дурного начала завтра. А представим себе человека, который предлагает, хочешь жить? Нет, не сегодня, завтра. Завтра. И источник этого проблемы, что проблема колоссальная, это то, что действительно нам дурное начало продает существование, которое не имеет истинного корня. Источник просто милосердия, чтобы мы не умерли. Как те, которые истинную, самостоятельную, не зависящую от кого жизнь. И поэтому, когда нам приходит доброе начало с предложением «возьми жизнь», человек отвечает, ну как же, как я ставлю свою жизнь? Он не понимает, что его жизнь это аппаратура кислородная, сердечная и так далее. Это не сила жизни. И я хочу вернуться сейчас к нашей теме. В этом отношении наши две главы, которые мы читали в этот шаббат, хукас, и смысл хуким, это чтобы привязали себя изначально, исключительно к воле Творца. К воле Творца. Воля Творца только к воле Творца. Это есть исправление греха первого человека. И
это мы уже говорили, и это смысл того, что пара Адума, красная корова, исправляет грех золотого тельца, чтобы опять же был отход от воли Творца, и смысл исправить это. А этому противостоит всему Билам. Билам. Это сила, готова на все, кроме одного. Желать того, что желает Творец. И мы говорили на более ранних уроках на такую тему, которая называется «Швират а-рацон». «Швират а-рацон». То есть что такое «Швират а-рацон»? Когда человек подавляет, учится подавлять собственные желания. Источник этого, почему это нужно делать? Потому что часто наше желание, оно хотя и не злонамеренно не желание Творца. Но естественно, так как после греха Адама и Хавы, и после того, как мы согрешили заново с золотым тельцом, в нас находится злое начало, то часто это злое начало, оно является источником наших желаний. И является даже более того, самым естественным источником наших желаний. Поэтому для того, чтобы приучить себя не быть на поводу дурного начала, чтобы он нас не возил за собой, как быка на убой. Наши баримусы объясняли, что человек должен привыкнуть свое начало, свою волю, свое желание отменить. Чтобы просто приучил себя не быть, жить по своей воле. И тут, конечно, это очень, вообще говоря, важная вещь. И я объясню, в этой вещи есть несколько аспектов. Один из этих аспектов – это что-то происходит не по его воле, принять это как подобает. Ну, пример. В чем причина гнева человеческого? Человек гневается. Что-то сделали не по воле его величества. Что-то. Кто-то подышал в его сторону и глянул взглядом не совсем таким, как подобает его величеству. Так уже это человек, единственное, что надо его повесить. Понимаете, это не совсем смешно. Почему не совсем смешно? Если мы немножко вдумаемся, когда кто-то сделал что-то нам не по душе, что мы начинаем вдруг думать в голове, какие мысли у нас проходят о том человеке, что сделал что-то не по-моему, то там вы найдете, если мы уже его повесили, отрубили ему голову, и каждый, так сказать, собственной фантазии. Я вижу, вы понимаете, о чем я говорю. Понятно. Источник это очень простой. Человек не готов принять, что в мире есть воля кого-то, он думает, что в мире есть только его воля. И надо приучить себя, что даже вещи, которые я очень хочу, и даже вот это мое желание, оно очень хорошее, праведное желание, и оно не исполняется, то мир не разрушен. Мир не разрушен. Это не было воли Творца, значит, я должен это принять. Хочу это или не хочу. Но когда человек понимает, что это называется баахна со смирением, это великая сила. Великая сила. Это одна вещь. Она вещь очень принципиальная. И, конечно, этот аспект особенно сильно человек испытывается, когда вроде он хочет что-то очень хорошее. Хороший вкладывает большие силы, большое время, и энергию, и способности, и деньги. И в какой-то момент его великая, так сказать, труд на чем-то хорошем зачеркивается. Это колоссальное испытание. И его надо уметь выдерживать. Мы уже об этом не раз говорили. Когда у Рабби Акивы умерло 24 тысячи учеников –
По-моему, на месте надо было покончить с собой. Вложить 24 года в Тору, воспитание учеников. И вот за 33 дня полный крах. Современный человек прямо путь к самоубийству. И Рабби Акива точно имел в виду, что хорошее имел. Что все идет Рабби Акива, об этом и говорили же. В этот же день, когда он идет, это был Лаг Баомер, он обучает 5 учеников на юге Святой Земли. Что это значит? Я очень хотел, я воспитал учеников, по каким-то причинам это Богу было неугодно, а я продолжаю служить ему дальше. Служить ему дальше. Из этой силы принять такой удар и нести Тору дальше, мы все удостоились Торы. Вся Тора у нас есть от Рабби Акивы и по 5 учеников этих. У нас нет другого. И по большому счету уметь воспринимать такие вещи требует от нас просто одного очень важного, простого знания. То, чему нас тоже научил Рабби Акива, и его учитель Нахум Иш Гамзу, что все же Всевышний это к лучшему. То есть я знаю это из опыта, когда человек что-то очень хочет. И вдруг, через несколько лет, выясняется, что то, чего он хотел, это было бы для него катастрофой. Я дважды, так сказать, имел опыт в таких вещах. Я не буду говорить в подробности, но были два случая в жизни, когда что-то очень хотелось. И только еще несколько лет я понял, что если бы это то, что я хотел, произошло, это было бы катастрофой. Ну, просто пример. Пример. Я занимаюсь много лет с родством моих детей. У нас, на слово, уже есть 9 женатых детей, еще из дома несколько, брохаши. Ну, когда-то с ними их сыновей было очень хорошее предложение. Очень хорошая семья, так это выглядело. Папа Талмид Хахам, девушка очень хорошая, достойная, красивая и все прочее. Вдруг в какой-то момент это непонятно почему развалилось. Непонятно почему, совершенно фантастика. Развалилось. Мой сын был очень огорчен, развалилось. Здесь, когда мы поняли, узнали, что семья это была очень гнилой изнутри. Она развалилась полностью, часть стала нерелигиозными, часть тоже. Тогда я только потом понял, от чего нам Всевышний спас. Еще пример. Надо всегда знать эту вещь, что делал Всевышний, делает добро. Это одна вещь. Есть еще одна вещь, когда мы говорим о Шмират Рацон, что мы даже сами свои желания не его перебарывать. Тут есть тонкая вещь. Придумал, так сказать, четко пример этому, как получилось своих учителей. Допустим, поймали слона в джунглях. Его привели его, чтобы его воспитывать, чтобы он начал помогать на строительстве, как принято в Индии. Вот если этого слона задобрить, кормить, хорошо к нему относиться, и немножко потихоньку его приучать к полезной деятельности, то в Индии слоны прекрасно работают на разных должностях. А если взять слона и сразу же заставить его все делать, и дать ему ни еды, ни то, ни это. Что делает слон? Он расширяет все вокруг себя, бежит в джунгли. Очень просто. Это не просто слон, это наше дурное начало. Если мы возьмем начало, сразу будем все его желания, его, нашего тела, все ломать. Хочешь напиться – не пей. Хочешь спать – не спи. Хочешь кушать – не кушай. Если хочешь кушать, не хочешь кушать, тогда кушай. Если мы будем так с ним жить, так его воспитывать, его, так он как-то самым словом бежит в джунгли. Бежит в джунгли. Поэтому надо воспитывать его деликатно. Нет, то, что делать нельзя, это нельзя.
А когда мы говорим, что человек должен приучать себя перебарывать собственные желания, надо делать это осторожно. Допустим, Балеймусов делал это 5 раз в день, а не постоянно был такого, а еще одного из больших людей. То есть какие-то вещи, которые, короче говоря, не очень мешают ему. Не то, что вызовет внутренний бунт тела и дурного начала. Но надо постепенно приучать себя, что, знаете, что мое желание – это не самый важный жизненный принцип. И вещи более важные. Более важные. Это в двух словах. Но наша вещь просто это знать. Основа всего – это основа нашего еврейства, основа нашей жизни. Это воля Творца и основа всего зла. Это источник этого, это плод запретного, запретный плод. Когда внес в себе желание делать то, что я понимаю, то, что я хочу, через то, как мое познание, не отменять свою волю пред волей Творца. Этот корень зла, отход человечества от воли Творца, это есть, это квинтэссенция этого зла, это был Билам, и поэтому Всевышний показал народам мира, или вы идете за евреями и принимаете волю Творца, если вы этого не делаете, если вы хотите жить и дальше по принципу познания, древо познания добра и зла, то никакого пророка не поможет. Вот вам пророк, который не хотел принять на себя, желать волю, исполнять волю Творца, и он привел вас к всему падению. Всего хорошего.